А вот это что это за сумочка? Что-то у меня никак не выйдет. Номер это романс, игра, стиляга, подаватель, конечно, для прижата, да? Это пошло уже больше. Знаешь? Это пошло уже более 70 лет, они не важны, там тяжелые, время не платно, спать в неделю. Большая честь вести праздничный концерт, посвященный открытию фотовыставки «Семейный альбом», посвященный фронтовикам, ветеранам Победы. И в первую очередь я предоставлю право открытия фотовыставки заместителю министра культуры Кабардино-Балкарской республики Карчаевой Аминат Хадисовне. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие, уважаемые наши ветераны. Вы знаете, я думаю, все мы находимся под особенным таким ощущением, в особенной атмосфере, глядя на эти
потрясающие фотографии, на эти потрясающие снимки. Потому что каждая фотография на этой стене сегодня – это своеобразное свидетельство подвига наших ветеранов, подвига того поколения солдат и офицеров, которые защитили нашу Родину, защитили мир от фашистской чумы. В каждой семье, все мы бережно храним своих семейных альбомов, фотографии своих родственников, фронтовиков. И сегодня эти пожелтевшие фотографии, пожелтевшие письма являются, наверное, архивными документами, которые имеют ценность действительно архивных документов, свидетельства подвига народа, подвига наших родственников в победе в Великой Отечественной войне. Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Спасибо всем, кто сегодня присутствует здесь. Спасибо нашим дорогим ветеранам за ваш подвиг. Спасибо за мирное небо над головой. Здоровья вам, благополучия. Всего самого доброго, чтобы вы еще долгие-долгие годы оставались в строю и служили примером для всех нас, для будущих поколений. Спасибо огромное вам. Низкий вам поклон. Большое спасибо. Теперь хотим предоставить слово председателю Комитета по образованию, науке и делам молодежи парламента КБР Емузовой Нине Кузеровне. Спасибо большое за предоставленное слово. Вы знаете, очень волнительно. Вроде бы у меня нет проблем выступать, но когда такого рода мероприятие, то говорить очень сложно. И если вообще оценить то, что мы сейчас видим, то самая большая ценность и достояние – это первый ряд наш сегодня. Это те люди, которые... Я думаю, что можно на самом деле попробовать. Много добрых слов. Что-то остается еще не сделанным для тех людей, которые на самом деле просто дали нам возможность сегодня жить. Сегодня потрясающая просто выставка. Я хочу посмотрела, когда стоит ветеран рядом со своими молодыми фотографиями и говорит: я была немножко другой, а я думаю, что красота – это то, какая вы сегодня. Поэтому и то, какие фотографии, их мало, но они у нас есть. Эти фотографии, которые являются напоминанием о тех исторических событиях, которые происходили, о том титаническом труде, который был и на фронтах, и просто на трудовом фронте в том числе. Их немного, этих фотографий, но это достояние семьи. Мне бы очень хотелось, чтобы эти фотографии, они не просто передавались из поколения в поколение, потому что поколения меняются. Мы недавно проводили круглый стол по истории. К сожалению, наши дети очень далеки от многих вещей, исторически оторваны, и они физически это не могут понять. Нам нельзя их винить в этом, потому что, когда мы учились, для нас тоже была Первая мировая война. Таким прошлым мы не понимали, что это такое. Но, тем не менее, наверное, история – это единственная возможность, которая дает воочию увидеть, что происходило, что было. Притом, истории именно семьи, истории именно людей, которые близки этим ребятам. Поэтому я еще раз выражаю благодарность тем, кто инициировал сегодняшнюю выставку. Я думаю, что эту выставку должны посмотреть все наши дети. Нужно постараться это сделать, да, чтобы за то небольшое время, которое она будет проходить, как можно большее количество детей эту выставку посмотрели. Поэтому еще раз благодарность. Спасибо, что вы у нас есть, наши дорогие. Спасибо вам за добрые слова. Также хотим выразить огромную благодарность за помощь отделению «Единой России». Слово предоставляется Парафилову Дмитрию Валерьевичу, депутату парламента КБР, руководителю регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».
Хочется, пользуясь случаем, хочется, может, еще рановато, но поздравить всех с наступающим великим праздником 9 мая, Днем Победы. И вот люди, сидящие в первом ряду, спасибо вам огромное. Вы дали нам право на жизнь, вы отстояли будущее нас и наших потомков. Словами не оценить то, что вы сделали для нас. Партия «Единая Россия» поддерживала и всегда будет поддерживать все начинания, связанные с патриотическим воспитанием подрастающего поколения. У нас есть свой партийный проект «Историческая память», который имеет много направлений. Одно из них – «Диктант Победы», который будет проводиться уже в этом году третий раз. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех 29 апреля на написание этого диктанта. И когда обратились в фонд «УМКО» к нам с просьбой помочь, естественно, мы не могли не откликнуться, потому что то, что мы можем сделать для наших ветеранов, это каждый день, несмотря ни на какое, мы можем вам оказать. Поэтому огромнейшее вам спасибо. С праздником еще раз. Спасибо организаторам Ольге Валерьевне за этого человека нашей страны. Делать все возможное для того, чтобы память никогда не угасла. Об этой страшной войне передавать ее из поколения в поколение эту память. И не дать никому, как сказал бы сейчас Мустафа Камалыч, западным странам не дать возможность исковеркать историю. Поэтому с праздником вас, всего наилучшего, здоровья вам самое главное. Спасибо, вы для нас пример во всем. Спасибо. Также хотим выразить отдельную благодарность Министерству по делам национальности Кабардино-Балкарской Республики за содействие. А сейчас мы начинаем наш, наверное, самый театр танца «Калиста» под руководством Романихина Романа Валерьевича. И можно нам музыку. Фонда президентских грантов в самом тесном сотрудничестве с Нальчикским городским советом ветеранов. И хотя сегодня не имеет возможности открыть нашу выставку наш дорогой председатель совета ветеранов Абдуллаев Мустафа Камалович, мы все-таки нашли возможность дать ему слово. Ваша сбора является в городе Воронске славы Нальчик, есть общественная организация «Клуб УМКО», который вывел с фонда президента, посвященного 75-й годовщине, определенную сумму денег. И приняли эти суммы денег, зарасходовать на
сделать такую сегодняшнюю передачу, она называется «Семейный альбом». Мы городской совет ветеранов совместно руководством клуба «Бунка» провели работу среди участников Великой Отечественной войны и попросили, чтобы они, вы, дорогие друзья, приняли участие. Многие согласились, мы вам благодарны, и мы вам желаем здоровья Балкарии, потому что они принимали самое активное участие в восстановлении народного хозяйства Кабардино-Балкарской зоны. Они это заслужили. Всем спасибо. Конечно, я благодарен клубу «Умка», и будем совместно в дальнейшем работать, и будем продолжать работать и делать хорошие дела. Спасибо. Вам всем я желаю. Сегодняшний концерт в основном состоит из номеров учащихся детской школы искусств номер 1 города Нальчик. Они очень хотят вас порадовать. И поэтому первый номер... после войны в 1958 году. Это стихотворение было написано в память его друзьям-мальчишкам Сарбата, которые все погибли на войне. Давайте вспомним всех тех, кто не пришел с войны. Стихотворение. Каждой весной наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит своих героев. Хотя прошло уже более 75 лет, время нет властно над памятью людей разных поколений. В годы Великой Отечественной войны сражалось и искусство. 40 тысяч артистов, объединенных в концертные бригады, работали на фронтах. В передышках между боями бойцы смотрели и слушали выступления. Музыка Ян Френкель, слова Юрий Левитанский, поет казаков Тимур, баллада о гитаре и трубе. Шапка, мы дышаем, я вон, цепуться,
Йозай, 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 Кенген Бижаны Мозай, Бирмовчи Кошта Мозай, Кенген Бисачта Мозай, Йозай, 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 Йозай. Хотите сказать нам два слова? Я думаю, все в зале замолкнут, и все будут шепотом не дышать и послушают вас. Нина Михайловна, может быть, скажете нам? Так случилось, что я очень тяжело заболела вот во время. Упала нечаянно, не нечаянно, а упала, потому что так случилось. И вот была 5 месяцев в Москве. Лечили, не лечили, но после, ладно. Хочу домой. Куда, в Нальчик? Вы знаете, что не дай Бог вам когда-нибудь, хоть на минуту, быть в военной обстановке, какой мы прошли школу войны. Правильно? Правильно я говорю? Правильно. Вы поняли, да? Вот такие мы теперь стали. А были ого-го, как говорится. Да, нет, вы знаете что? Нет, столько, я столько патронов переносила на себя, как говорят, столько поназаряжала самолетов, что не дай бог никому. Самое главное, мир на земле. Мир на земле. Что бы ни было, берегите мир, ребята. Берегите мир. Вы молодые, вы красивые. Вам жить и жить. Нальчик у нас чудесный город. Чудесная наша кабардино-Балкария, родная моя.
Хотите вы, не хотите, я здесь прожила 70 лет. 70 лет простояла у школьной доски. Проработала учителем 70 лет. Здесь у нас в Кабардино-Балкарии. Начала с Аушевьера и потом вот здесь в журнальчике. Ради Бога, я вас всех так люблю. И я думаю, вот все наши сидящие здесь такого же мнения. Чтобы не было войны, все, что хотите, только не было войны. Живите в мире, в счастье, в здоровье, уважать друг друга, беречь мир, беречь своих детей, своих родных. А мы все родные, мы все родные. Хотите, не хотите, вот начните с самого-самого начала, кто когда появился. Все мы родные, делить нам нечего, а беречь есть что. Беречь людей, беречь мир, и дай Бог, чтобы был мир и счастье, и наша Кабардино-Балкария процветала. Всего вам хорошего. Спасибо. Не готов. В этом помещении. Елена, спасибо вам большое. Я сегодня даже пошутила, что мы как избушка была ледяная стала. Ледяная. В общем, мы пришли к ней в дом и стали здесь хозяевами. Она нас пустила. Ничего, если бы не две замечательные женщины. Спасибо вам большое. И я очень хочу, чтобы, Лила, вы сказали нам что-нибудь. Ну, здесь, наверное, все присутствующие поняли, что все это должно было состояться год назад, да? Год назад мы должны были вот так встретиться, тепло посидеть, пообщаться, послушать наших участников войны. Я хочу сказать, что когда Ольга пришла со своим проектом, я как человек, имеющий отношение к культуре, я сразу поняла, дело очень стоящее, красивое, нужное. И самое главное, мы, Совет ветеранов, всегда готов участвовать во всем, что благо для наших участников войны, это прежде всего. Легкий школьный вальс тоже был у нас. Да, все. Я его знаю. Помню, как сейчас наш 10 класс закрутила вьюга фронтовая. Фронтовой самбат у лесных дорог был прокурен и пропитан тоскою. Но сказал солдат, что лежал без ног, мы с тобой, сестра, еще станцуем. Вот я пошла в лицо. Да, еще совсем недавно на наших мероприятиях мы с Ниной Михайловной очень бойко танцевали. Она прям герой. Здесь все герои. Я хочу сказать, что Мустафа Камалыч говорил, 38 человек. Конечно, мы должны холить, лелеять. И хочу сказать всем, кто занимается каким бы то ни было творчеством, поверьте мне, да, мы действительно существенную помощь оказали. Мы оказали помощь, потому что нам нужна была вот такая эмоция. Эмоция, которая продлевает жизнь им, которая дает дышать свободно. Некоторые, которые поучаствовали вот в этом мероприятии, они сказали, уже жить не хотелось, а теперь хочется. Вот ради таких слов, ради таких эмоций мы и работаем. И я хочу сказать, очень бы хотелось вот вторым этапом, чтобы больше посмотрело людей эту выставку. Это очень полезно. Даже смотря на эти одухотворенные молодые лица, я думаю, что каждый молодой человек задумается, а так ли я живу? Вот они прожили вот так, а я как? Я
Желаю успехов этой выставке. Замечательное открытие, замечательная идея была. Я очень даже благодарна. Мы даже счастливы, что мы в этом поучаствовали. Молодец. Молодец. Да. Эва Павловна, ну как? Вы столько говорили во время подготовки, что надо и в конце сказать. Вы знаете, дорогие мои, я хочу сказать вам, много хороших слов было сказано в адрес наших главных людей, которые сейчас сидят здесь. Елена Константиновна всю войну за рулем возила снаряды. Она не могла сейчас что-то сказать, она говорит, я плакать хочу. Наш уважаемый Иван Тимофеевич, он блокадник, он защитил блокадный Ленинград и живую дорогу, не щадя себя. Он сейчас сидит, он потерял одну ногу, понимаете? Но они, вот эти два человека, герои, несмотря на свое состояние, они пришли. Они пришли. Огромное вам спасибо. Нина Михайловна, вы уже поняли, что она вообще боевая у нас женщина. Поэтому огромное вам спасибо. Дай Бог, дай Аллах вам здоровья. Вы сегодня в центре нашего внимания. Олечка, мы очень много действительно с ней поработали. Хотели, чтобы больше пришло участников войны. Но фактически здесь присутствуют и родственники, близкие родственники некоторых участников войны, фотографии которых вот здесь находятся на этой фотовыставке. Замечательное получилось, мое мнение, замечательное совместное сотрудничество общественной организации клуба «УМКА» и Совета ветеранов. Конечно, многие еще помогали, но основная тяжесть легла именно на наши плечи. Всем хочу пожелать здоровья, здоровья, прежде всего здоровья. И никогда не падать духом, несмотря на все сложности, с которыми мы сейчас встречаемся. Спасибо вам огромное, кто пришли сюда, кто поддержали нас. Я вас целую и обнимаю. Ура! Точно уверена, что у Дня Победы есть дата, и у нас никто никогда ее не отнимет. Спасибо вам, что вы пришли, и не забывайте говорить друг другу слова любви. Никогда, каждый день, пока мы рядом, говорите друг другу, я люблю тебя. Спасибо. Так что молодцы. По телефону. Я говорю, если бы ты не сказал, что это Алиса, я бы никогда...